Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители, с вами снова Скудер. Я, значит, это 18-я серия моего прохождения Gran Turismo 2 для первой PlayStation. Ну, в прошлой серии мы с вами закончили довольно мощный чемпионат Gran Turismo All Stars. И в этой серии приступим к чемпионату пониже рангом, чемпионату среднемоторных машин. Ну и давайте сразу же с него начнем. Как ни странно, я решил все-таки первую гонку в этом чемпионате пройти все-таки на Элайзе. Ну, вообще я хочу пройти эту гонку на этом Элайзе и тут же его продать. Вот, что-то я его потерял. Так, вот он. Но для этого нам надо, чтобы он постабильнее себя чувствовал на трассе, давайте купим ему гоночную модификацию, благодаря которой на нем появится аэродинамический обвес, спойлера. Мы их выставим на максимум. Вот, надо сначала купить третью стадию облегчения, чтобы мы смогли купить модификацию гоночную. Вот, в разных расцветках. Он в расцветке, кстати, классный. Ну, давайте вот такую желтенькую возьмем, яркую. Ой-ой-ой. Просто у меня уже, блин, уже бомбить начинает. Так, ну что же, надеюсь, никаких сложностей не будет. Так, ну давайте, как я сказал, залезем к нему в настроечки и выкрутим аэродинамику на максимум. Ну давайте чуть-чуть оставим запас, дабы всегда можно было потом списать, если будет неудача, на то, что мы прижимную силу все-таки не до конца выкрутили. Так, ну что же, приступаем. И опять не получилось у меня с первого раза пройти это дело. И это моя уже третья попытка. Вот. Все равно, вот, ну, машина просто неприручаемая. То есть, чтобы ее настроить, надо гораздо больше времени на нее потратить. Понятное дело, надо там играть и с подвеской. В общем, желания у меня абсолютно никакого нету. Тем более, что, ну, не знаю. Вы видели, в общем, вы видели все сами, то, что происходило пару серий назад. Поэтому я решил, что мы вот с вами пройдем эту гонку на нем, и я тут же его продаю. Просто его забыть, как страшный сон кошмарный, и никогда вообще к этой машине больше не возвращаться. Не знаю. Даже если бы сказали, что зависит судьба мира, блин, от того, сяду я за руль этой машины или нет, я бы еще, вы знаете, хорошенько подумал все равно. Ой. Хотя с аэродинамическим обвесом она стала себя вести, конечно, получше. Но вот на каких-то неровностях трассы, иногда даже на прямой вот, случаются неожиданности. Почему, собственно, две попытки первых я и провалил. В принципе, я лидировал оба раза, нормально, никаких проблем не было, но один раз в середине второго круга меня бросило и развернуло, бросило на обочину и развернуло, да еще и два раза. Вот здесь. Это в первой попытке. Вторая попытка меня развернула вообще в самом последнем повороте. Вот здесь чуть-чуть вынесла на травку. И опять же подбросила и развернула. И ничего не удалось. Ну, слава богу, третья попытка прошла удачно. И наконец-то мы сможем распрощаться навсегда, надеюсь, с этой машиной. К ней больше никогда не возвращаться. И вот, пройден чемпионат. Наконец-таки. 5000 с
сущая мелочь. Но все-таки машина какая-то получена. Давайте посмотрим. Посмотрим. О, ТРД-2000. Это у нас МР-2. Тоже, кстати, среднемоторный. Посмотрим, может быть, следующую гонку пройдем на нем. Ну и все, все. Избавляемся от этой ужасной машины. От этого пучеглазого чудовища. И все. Надеюсь, мы к ней вернемся только в том случае, если будем проходить пятую часть, и там будет специальное задание на трассе Top Gear. Там только придется на ней вот насильно поездить. Все, до этого момента, надеюсь, больше никогда к ней не вернемся. Давайте также почистим наш гараж немножко от майнсов. Вот слишком много их у нас накопилось. И R33, и R34, и вот R32,5, кстати говоря. Интересно. Вот, кстати, в прошлой серии мы заработали эту машину. Я вам про нее говорил, что аппарат очень классный, тоже среднемоторный. С средним расположением движки. Давайте вот на High Speed линке, как тут написано. Опять же ошибка. Опечатка разработчиков. Пройдем эту трассу на замечательном Ниссане. Хоть он... Я помню еще даже с детства, что машина, ну, действительно классная. Правда, не про эту именно модификацию. Это дорожная версия. А вот про гоночную, ну, я помню, что она великолепно себя ведет на дороге. Стоит просто как вкопанная. У нее даже есть небольшая недостаточная поворачиваемость. Мне это нравится. Вообще мне нравятся, естественно, машины с нейтральной поворачиваемостью. Ну и также с недостаточной. Избыточную я не люблю. Хотя, когда она в пределах нормы, тоже можно ездить. Но когда это типа как вот у этого Лотуса, это кошмар. А вот эта дорожная версия Ниссана тоже ведет себя гораздо лучше, хотя вот он тоже, казалось бы, среднемоторный. Но так как он, во-первых, сразу идет с аэродинамическим обвесом, вот, да и вообще, видимо, у него гораздо более продумано все его составляющие, так скажем, более сбалансированы. Поэтому великолепно стоит на трассе. Конечно, тоже надо на нем ехать без фанатизма. Если там в повороте чуть передавить газ там и слишком резко повернуть, его тоже начинает сносить. Но это нормально. Это контролируется, это можно контролировать, это можно как-то предвещать и, ну, устранять. Вот, видите, тоже вот подпрыгнули чуть-чуть на выходе. Буквально нашли пятачок с травой и подбросило нас. Ну ничего, довольно легко. А вот видите, на втором месте все-таки Лайс пришел, 190-й. Ну, хороша машина. 10 на 1000 больше нам платят, чем в первой гонке. Посмотрим, что же нам сейчас дали. Очень интересно. Ага, Томс. Что-то вот... Ну что за беда вот у второй части Гран-туризма? Одни и те же машины, по сути, дают. То майнсами засыпали, сейчас МР-2. Две гонки, две одинаковых машины. Ну, давайте вот эту версию сразу продадим, потому что она слабее. Так, ну и в прошлой серии я вам говорил про ZZ-2. Это довольно мощный агрегат. Я думал, получится на нем две гонки пройти, но нет, он годится только для последней. Но зато она на классной трассе проходит Red Rock Valley Speedway. Да, классная машина, динамичная такая прям. И разгоняется шустренько так.
небольшая машинка заднемоторная с небольшим весом, но довольно мощная. И опять же, нет у нее таких проблем, как у Лотуса. Смогли же такой адский автомобиль собрать, Лотус. Блин. У этой Томми Кайры, у нее немножко более выраженная такая избыточная поворачиваемость, нежели у предыдущего 390-го Ниссана. Но тоже это в пределах такой контролируемой нормы. Поэтому ничего особо страшного. Тем более на такой трассе еще скоростной, как бы, с ровным покрытием, тут проблем не возникает. Конечно, если на ней, этой машине, где-нибудь по Trail Mountain прокатиться, там, конечно, наверное, больше проблем будет. Но здесь я уже говорил, что абсолютно гладкое покрытие, профилированные повороты, скоростные, великолепно. Великолепный автодром, неплохая машина. И с виду она, кстати, довольно ничего так выглядит. Довольно симпатично. Вторым пришел Ford GT40. Так, ну вот мы и прошли среднемоторный чемпионат. Не без проблем, конечно. Не, опять же, про Lotus. Но все-таки он позади. Сейчас посмотрим, что нам дали за машину. О, за третью гонку гораздо больше денег дали. Может, и машину дадут получше. Или опять МР2 очередной. Ух ты! Вот это да, вот это классная машина. Ford GT40 Race Car. Отлично. Эта машина нам очень пригодится в будущем. Да, это тоже классная тачка. Вот МР2 нам не пригодился, я думал, мы на нем, может быть, пройдем одну из гонок заднемоторного чемпионата, среднемоторного. Но нет, поэтому давайте продадим. Вот что-то тут еще, Альфа у нас незадействованная. Давайте ее тоже продадим, потому что вряд ли ее где-то будем использовать. Ну, Лянчи Дельты, думаю, можно оставить пока, потому что они нам могут пригодиться в раллийных чемпионатах. Да, наверное, и хватит пока. Не будем больше ничего продавать. Так, посмотрим. Давайте. У нас еще вот тут остался недопройденный чемпионат седанов. Одну гонку мы как-то проезжали в одной из первых серий, но не добили его. Тогда у нас, в принципе, был один Skyline. Так, что у нас есть четырехдверая? Давайте будем соответствовать канонам, соответствовать правилам. Так, это у нас все купе. И на четырехдверке. О! Лансер. Ну, это, собственно, наверное, единственная машина четырехдверая у нас. Так, и там уже довольно серьезное такое ограничение. Давайте немножко его качнем, дабы не ударить в грязь лицом. Ну, на управляемость его, как обычно, немножко качнем. И, может быть, на лошадке. А интеркулера, главное, нету. Хотя турбина есть. Интересно. Хотя, может, уже по умолчанию стоит. Тоже нету.
У него, судя по всему, тоже ничего нету уже, кроме турбины самой, и все. Ну и ладно. Он уже, видимо, считается полностью гоночным агрегатом. На нем уже и так все стоит. Ну, думаю, здесь нам удастся на нем выиграть все-таки. Эх, возможно, надо было чуть-чуть в коробке передач ему покопошиться. Как я говорил, майнцы, они почему-то все настраиваются на очень короткие передачи. В общем, на быстрый разгон. Но с максималкой у них проблемы. Хотя, может, и хватит. И такой у нас. Да, разогнался он очень быстро. Неплохой такой агрегатик. Четырехвидовый к тому же. На трассе стоит хорошо. Кстати, этот Lancer Evolution 5 в майнцевской прокачке. Помните, он пару серий назад на тест-курсе у нас вторым пришел, когда мы на дреговском Skyline ехали. То есть у него потенциал довольно большой и по максимальной скорости. Все дело в настройке его. В умелой настройке. И также он и на... Вот, видите, пятая скорость и всего лишь 225 километров в час. На прямой, конечно, здесь он... настроен, в общем, не под явно скоростные трассы. Ну, благо, R5 это не очень скоростная трасса. Есть тут и медленные повороты. И кроме вот той длинной прямой стартовой, по сути, больше здесь прямых и нету участков. Все плавные повороты, перетекающие один в другой, шпильки. Этого нам и надо, собственно, на этом лансере. Так, ну вот, собственно, выход из последнего поворота. И последний разгон перед финишем. Так, и победа! Audi S4 вторая, Mercedes, Jaguar, Dodge. Так, ну сейчас посмотрим, что же нам дали здесь. В кубке седанов. Главное, чтоб не Майнц. У меня уже аллергия на них. О, Чайзер. Отлично. Отлично. Люблю Чайзер. Хорошо. Тоже седан, кстати. А давайте-ка мы что, его и прокачаем. Дабы разнообразить прохождение. Так, сейчас глянем, какое там ограничение в последней гонке. Ого, почти 600 лошадей. И, кстати, скоростная трасса будет. Сейчас тогда качнем его. Ну, естественно, на лошадиные силы. Ну и так, чтобы на трассе держался более-менее хорошо. Покрышки нам будет купить. Так, третья стадия у нас 490 лошадей сразу ему дает. Хорошо. Ой, отлично. Уже больше 500. Замечательно. Мощный агрегат. В принципе, он и в первой части был. Если вы помните. Ну, там он был, правда, в гоночной раскраске. Так, ну все, наверное. На хай-спидринге я не думаю, что нам... Особо там может понадобиться его сильно прокачивать на поворачиваемость, на устойчивость. Главное вот
мощность сопоставимая у него. И опять, видите, написано High Speed Link. В чемпионате было написано, здесь уже правильно. Что-то они напортачили с названием трассы. Так, ну смотрим. Главное, чтобы мы шибко от них не отставали по мощности. Хотя, в общем-то, у нас сопоставимая должна быть мощь. Хорошая, мощная машина. Вот последний мы, по-моему, обошли BMW. Семерочку. У меня у друга есть Чайзер. Таурер вишный. Ну, точнее, как был. Он купил его после серьезной аварии, после переворота. И взял все его внутренности, перекинул себе в Краун. И, в общем, сделал из Крауна такой довольно спортивный, такой прокачанный вариант вот с его этой турбовой движкой, с спортивной подвеской, которая была у Чайзера вишного. Вот, и теперь у него Краун довольно мощный такой спортивный агрегат. А сам Чайзер этот восстановил ему кузов и в него перебросил внутренность этого Крауна. Ну, в общем, у него получилось, что из двух таких довольно разбитых машин получилось две отличных машины. Сейчас вот ездит. Молодец, в общем. Так, ну, тем временем мы завершили чемпионат очередной победой. Да, точно, BMW 740 была. Мощные агрегаты довольно-таки. Аристо он. Так, сейчас посмотрим, что нам дали. Планка денег у нас опять понизилась. Но не критически пока еще. Ох ты, ГТР. Четырехдверы, правда. Интересно. Вообще. А, ну это тюнингованный ателье Низма. Вообще ГТРов-то четырехдверых нету. Но это, видать, уже прокачали. Так, ну давайте, время еще позволяет, в принципе, чемпионаты не такие уж тут серьезные, мы их довольно быстро проходим. Давайте тогда пройдем еще один чемпионат универсалов. Я вам тоже говорил, что в этой серии мы, может быть, его пройдем. Так, у нас вот есть Legacy. Давайте ее опять же немножко прокачаем, потому что там уже по лошадиным силам ограничение поднято, в отличие от стокового. Сейчас потратим наши последние деньги на Legacy. Сейчас нам не до суперсофта. Давайте, наверное, даже хард возьмем. Подожмем поясок. Кулер есть, и турбина. Хорошо. Так, ну, наверное, хватит. В общем-то. Давайте еще чуть-чуть. Там почти 400 лошадей у нас ограничения. Ну, думаю, можно будет справиться. Сейчас облегчим его еще немножко. Ну что же, в бой. Все больше и больше чемпионатов у нас заполняется кубками.
опять короткая версия Рима. Не очень мне нравится эта трасса в коротком ее варианте. Но одни универсалы, пожалуйста. Что ж тут такое? Против нас соперничает. Что-то не могу я понять, что это за тачки в этих универсалах. А, по-моему, вот по морде узнал, сзади это, по-моему, Галант едет. Универсал. Нравится мне, как выглядит Legacy. Классная машина. У нас в городе есть парочка таких вот именно этого года в этом вот кузове. Симпатично смотрится тоже. Ух ты, как он мне в задницу. Ой-ой-ой-ой. Это аккорд, что ли? Не пойму я эти универсалы. А, или это тоже Legacy? Ай-яй-яй-яй-яй, все-таки вышел вперед. Блин, это ошибка, что я по внешней траектории захожу. Нет. Ну, блин. Ну, тут я маху дал, конечно. Надо было на внутреннюю заходить. В последнем повороте траекторию. Моя ошибка. Можно было бы оттереть. Да, это тоже Legacy. Только 93-го года. Черт возьми. Не удалось с первой попытки одолеть. Печально. Давайте-ка еще немножко лошадок добавим, чуть-чуть. А то все-таки они наседают, даже на прямых. Помощнее, видимо, все-таки, чем мы. В дальнейшем, чтобы исключить накладки, давайте чуть-чуть еще качнемся. Небольшая прибавка в мощности и небольшая, ну, больше ничего нету, небольшой минус в весе, я думаю, нам помогут. Ну и все, таким образом практически вообще все деньги потратили. Опять нищеброды. Так, ну что же, второй заход. Надо не ударить в грязь лицом. Почему-то все время вот те трассы, которые мне не нравятся, там и гонки не особо получаются. Как я сказал, что Рим короткий мне не нравится, и вот не удалось на нем и победить с первого раза. Ух ты, импреза. Вэгон. Тоже желтенькая. Под нас косит. Зараза. Так, а Legacy у нас еще и полноприводная же. Тоже она довольно неплохо стоит на трассе. Но в прошлый раз нам чуть мощности не хватило. Хотя, в принципе, мог я и выиграть. Тут просто надо было в последней стычке по внутренней траектории все-таки заходить. Ладно, проехали. Неважно. Вот единственный поворот, который мне здесь нравится в короткой версии. Ну, даже не поворот, а вот участок трассы. Это вот первый поворот и вот этот вот предыдущий скоростной еще поворот, второй изгиб такой. И все. Остальная часть трассы что-то мне как-то здесь не нравится.
Так, ну сейчас здесь я уже не буду так сильно тормозить. Тогда мы так тут въехали хорошо в задницу. Ну вот и все, собственно. Дело в шляпе. Такой семейный автомобиль вообще. Сверху еще багажничек переделан. Идиллия. Чемпионат домохозяек, ё-моё. Домохозяйки тут вместо того, чтобы поехать в магазин, решили пролупить по гоночной трассе. Так, ничего себе, супер спидвей. Так, и что же нам дали? О, импрезу как раз таки. Веган. Цвет, правда, какой-то невзрачный, серый. Так, ну следующий. Такая какая-то трасса совсем, по-моему, неподходящая для данных машин. Супер спидвей. Кольцо. Про которое я уже говорил, что оно очень похоже на Twin Ring Motegi. Японская. Японский автодром. О, а это, по-моему, вообще один в один наш клон. Даже цвет такой же. И модель машины такая же, Legacy 96 года, GT-шная. Зрители на трибунах, наверное, сидят в недоумении, когда видят на трассе универсалы обычные. Пришли на гонки IndyCar, а вот на разогреве у них выступают универсалы домохозяек. Хотя, с другой стороны, этим квадратом, сидящим на трибунах, да, безразлично, конечно. Так, ну, без особых проблем мы выиграли. Колдина пришла вторая. Да, третья пришел наш напарничек. С такой же точно Legacy. Так, ну, наши копеечки. Что же нам дали? Ага, аккордик. Что-то он слабенький какой-то, 197 лошадей всего. Хотя с виду неплох. Ну, качать мы его уже не будем. Денег нету, уже добьем этот чемпионат на нашей Legacy. И опять R5. Она у нас очень популярна в этой серии. Прям во всех чемпионатах она нам встретилась. Special Stage. Мазда фамилия. Все-таки мы тут, люди на Дальнем Востоке, равнодушны в основном к европейским машинам. У нас тут гораздо более, естественно, распространены японки, ну, отчасти корейские машины. И на одноклассниках фотографию видел. Там фотография такая с надписью улицы Владивостока после отмены японского автопрома, и фотография такая пустого проспекта, абсолютно пустого, на котором нету ни одной машины, 4 полосы дороги абсолютно пустых. Ну, в общем-то, это отчасти правда. Давно уже тут зажимают наш японский автопром. Вот, праворульные машины, все борются с ними, все никак не могут до конца дожать, все придумывают у нас какие-то новые обходные пути, чтобы привести
очередные японки. Не знаю. Всем что-то так прямо поперек горла. Японки стоят, что ли. Прям война против них тут объявлена. Но мне кажется, зря они это все. Потому что заменять особо у нас тут японки нечем. Наш русский автопром, естественно, это... Ну, о чем тут говорить? Это... Ну, только анекдоты про него рассказывать и все. А европейки сюда везти очень дорого. Поэтому, в общем, и ездим на наших японках. Наверное, процентов 95 машин у нас японских. Хотя последние лет 5 все-таки европейки сюда добираются. Ну, тут и под Владивостоком автосалоны появились европейские. Там Renault, Mercedes. Но все равно пока это их еще мало. Я думаю, японки, если их окончательно не дожмут законом, еще довольно долго будем мы пользоваться услугами японского автопрома. Ну и это и нормально, в принципе. Те уже привыкли. Так, ну ладно. Это такая минутка аналитики была. Закончили мы чемпионат универсалов, чемпионат домохозяек, как я его назвал. Что же нам дали? Ну, скорее всего, опять какой-то универсал. Да, Stagio дали, Nissan Stagio. Ну, это мощный, конечно, агрегат, ничего себе. 350 почти лошадей. Да, но, судя по всему, нам эти универсалы нигде не пригодятся. Ладно, на эту серию, думаю, достаточно. Покатались мы, прошли, в общем-то, 3 чемпионата. Давайте закончим на этом. Спасибо, что смотрите мои прохождения. Подписывайтесь, те, кто не подписался, комментируйте. И в следующей серии, я думаю, мы с вами попробуем раллийные чемпионаты пройти. Еще не касались мы ралли. Но в следующей серии попробуем. Ну что же, с вами был Скудер, как всегда. Всем пока-пока и удачи.